Строгим костюмом и креслу в городской администрации Александр Матягин предпочел красоты полей родного края. Без долгих сожалений прервал карьеру чиновника, стал индивидуальным предпринимателем и занял свободную в Приволжском федеральном округе нишу – выращивание садовой земляники. Сорта ароматного лакомства на ульяновских просторах родом из Италии. Несмотря на разницу в климате, летняя ягода прижилась и уже не один год радует Александра и его заказчиков. Найди дело по душе, ни дня не будешь работать, да. Вот я, честно говоря, так же. Вот мне нравится на земле работать, да. Для меня это вообще не работа, это в кайф, просто в удовольствие. Но времени свободного нет совсем. Вот снег растаял, ты ныряешь с головой, снег ложится в ноябре, ты выныриваешь, собственно, все. Рабочий день начинается с восходом солнца. Едва стрелка часов успевает добежать до 5 утра, Александр уже на плантациях. В его угодьях 4 гектара земли, 2 из которых усажены земляникой. В этом году фермер планирует расширяться, растит, удобряет, собирает сам. В качестве помощников родные и пара наемных рабочих. Посильную помощь оказало государство. Так в штате предпринимателя появился механический товарищ. 2 года назад выиграл грант «Агростартап». То есть купил участок земли еще дополнительно и трактор новый. Ну, если бы не выиграл, я бы, наверное, уже закрылся бы точно, потому что нереально на старой технике работать, вот это все вот спахать. Александр ставит перед собой амбициозную цель – насытить сладкой ягодой весь рынок Димитровграда и соседних городов. Пока до осуществления желаемого предпринимателя отделяет лишь нехватка рабочей силы. Весь урожай до конца сезона уже забронирован заказчиками. В грядущем году фермер планирует увеличить площадь посадки до 5 гектаров. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ из Меликесского района.